Всем привет! Сегодня мы нарисуем смешную открытку к старому Новому году. Использовать будем акварельную бумагу формата А5, акварельные краски от 12 цветов, кисть 3-4 размера, черный линер, белая гелевая ручка. Фиксируем лист акварельной бумаги бумажным скотчем. Вот эту картинку мы будем использовать как основу для создания открытки. Вначале отмечаем линию на расстоянии 3-4 см от нижнего края листа. Далее определяем местоположение персонажей и место, где будем размещать надпись. Начинаем рисовать Деда Мороза. Рисунок начинаем с центра выделенной области. Рисуем нос, варежки и смешные глазки. Дальше шапочку и помпон. Рисуем легкими штрихами, на карандаш сильно стараемся не давить. Далее займемся оленем. Рисуем также от центра. Сначала нарисуем нос, потом копытца, смешные глазки, мордочку и рожки. Рожки украшаем гирляндой и рисуем ниточку с висящими на ней лампочками. Немаловажный этап создания надписи. Здесь можно написать все, что угодно и каким угодно шрифтом. Мы предлагаем вам сделать надпись максимально смешной. Внизу страницы, где мы в самом начале оставили с вами пустое место, рисуем забор. Структуру дерева легко передать штрихами разной длины с закругленными краями. Следующим этапом прорабатываем рисунок линером. Повторяем карандашный эскиз тонкими легкими штрихами. Надпись линером прорисовываем сразу в полном объеме. При желании на буквах можно оставить блики. Переходим к работе с акварелью. Светло-голубым прорисовываем глаза и меховые оторочки на шапке. Стараемся сделать цвет темнее к краю и светлее в центре закрашиваемой области. В голубой цвет добавляем каплю серого и рисуем рожки оленя, стараясь оставить пустые незакрашенные белые участки. Теплым коричневым цветом прокрашиваем оленя. Более темный цвет наносим на края ушек и над глазками. Каплю чистого красного цвета смешиваем с каплей белой акварели и рисуем лицо Деда Мороза. Чистым красным рисуем нос, варежки и шапку. Темным красным рисуем тени и складочки. Разными яркими цветами рисуем лампочки на гирлянде. Светлым коричневым цветом прорисовываем забор. Стараемся сделать цвет темнее у границы каждой досточки.
Общий фон картинки рисуем по-мокрому, то есть сначала наносим небольшое количество воды, а потом на влажную область наносим цвет. Последний этап работы – хорошо высохший рисунок прорабатываем линером. Делаем обводку каждой детали, добавляем текстуру на шапку, забор. Также можно добавить декоративные элементы – лучики от лампочек, дополнительную штриховку. Работа закончена. Снимаем фиксирующий скотч, добавляем блики на глазки и нос с помощью белой гелевой ручки. Открытка готова. Ее можно подарить близким или друзьям. Надеемся, вам понравилось. Ждем вас на следующих наших мастер-классах. До свидания!